Всем доброе утро. У нас время 7:15 утра, и мы шагаем потихоньку на остановку. Кто в школу, кто в садик. Сегодня у нас тепло, 21 градус. У меня на градуснике показывает. Поэтому мы идем. Ура! Ладно, всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами, берегите себя, берегите свое здоровье. Это самое главное. Дорогие друзья, собираюсь в город, накрасилась, еду. Вот такие вот у меня. Накрасила глазки немножко и накрасила губки, как вы и хотели. Меня чаще такое видит. Но так как я еду в город по просьбе подруги, надо кое-что забрать кое-где. Поэтому едем, собираемся. А Машенька собирается в школу. Ну... Помимо этого, еще и пытается поиграть вот с этим вот маленьким чудовищем. Ты что, носки достала? Чудовище! Ладно, одеваемся, собираемся, духаримся, едем. Всем хорошего дня! Все, жду, когда за мной заедут. И поедем. Со мной Маша идет. Она автобус. Скажи всем привет. У тебя волосы торчат, Маш. Косичку ты не убрала. И идем ждать, когда приедут за нами. Ну, Маша на автобус, а я на машину. Пока подождем. Тайсон, так хорошо, да, Маш, на улице? Хоть бы больше морозов не было, то эти морозы прям уже надоели. Честное слово, очень сильно, да, надоели? Тепла хочется. Ты лето хочешь? Да. Куда хочешь ехать? В юность. В юность хочешь ехать? Ну, это посмотрим еще. Я еще не ходила, насчет юности не узнавала. Ладно, идем. Так, дорогие друзья, пришли мы с Оксаной домой, уже поели. Я вышла на улицу, мне надо раскидать немножко дорожки, совсем узкие стали. Хоть немножко расширить их. Сюда, ну, в баню потом Егора заставлю. А мне главное вот это вот, чтобы в садик потом до чего ходить. Удобно было. Приготовила уже лопату, одеваю перчатки и пошла работать. Срезаю я снег вот так вот по бокам большой лопатой. Удобно. Берешь вот так вот, делаешь и срезаешь весь снег. Сколько можно. Остальное вот уже такой лопатой кидаю. Перчатка порвалась, представляете? Всем заработались. Ё-моё. Ладно. Погода сегодня прям чудесная, ребята. Сейчас покидаю этот весь снег все до туда. А там уже почти не надо. Тут совсем узко стало ходить. И горки, говорю, расширить тропинку. А он все, некогда ему школа. Да. То морозы, то школа. Вот я вышла сегодня кидать. Вот так вот кидаем. Расширяем немного. Прошло полчаса, еще чуть-чуть осталось, а большую часть уже расширила. Уже две меня, три даже меня влезет в эту тропинку. Но ничего, еще немножко осталось. Передышками потихоньку, понемножку кидаем. Пишите, какая у вас погода.
будет очень интересно. Все, прочистила всю дорожку, лопату уже унесла. Здесь уже вот чистить уже смысла нет, а вот там вот все прочистила. Тут уже вот все подтаивает хорошо. Мы сегодня с Ваней вот здесь вот спрыгнули и посюда шли. А здесь прочистила широко. Теперь три меня влезет спокойно. Ладно, пойду сейчас домой. Скоро у меня ребятки со школы придут. Надо кушать разогреть и накормить их. Ладно. Ну, у меня Оксана, по идее, уже дома. Пока тут снег чистил, бабушка позвонила. Потом две женщины приходили, подписчицы мои. Ну, они быстренько пришли и ушли. То, что видите, по телефону разговаривала с бабушкой. Бабушке там хорошо, снега нет. Я говорю, у вас там снег есть? Она говорит, нету уже снега. А у нас тут снега. Ой. Вагон и большая тележка, можно так сказать. Ладно, всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Пойду домой. Вот столько мы с Оксаной перебрали, да, Оксана? Мы молодцы. Там Кися спит. Там для нее это я всегда покрывало ложу. Но она любит вот здесь вот под плед вот так залазит и спит там, да, Оксана? Или у Оксаны на чем она это спит? На животе. Да. Все, сейчас это, Оксана, в комод убираешь? Ты знаешь куда? Да. Все, давай бегом убирать. Цене где-то так. Так, теперь будем смотреть. Первый анализ, да? Иммуноглобулин 300 рублей. Записали. Дальше. А вот еще. Лямблии 320. Плохо видно. Потом дальше. Тут тоже 300. Так, и вот еще один. 470. Четыре анализа, которые нам надо будет сдать. Сейчас посчитаю и скажу точно, что у меня получится. Так, вот смотрите, если по цене старого прайса, получается 1390. Я не знаю, сколько будет по новому прайсу, но если даже по 100 добавлять, это вот еще плюс 1, 2, 3, 4, плюс 400, это будет 1790, да? Ну, по идее, 2000, что я отлаживаю, мне их хватит. Плюс дорога у нас еще 1000 получается. Плюс там еще автобус. Ну, по идее, то, что у меня уже есть деньги, мне хватит. 16 числа мы поедем. Знаете, в какой получается? Едем. И вот врач отмечал галочкой, какие нам анализы надо сдать. Вот, видите. 4 анализа нам надо сдать. А это вот бумажки. Вот, вот здесь вот она сказала, тут написано правила и подготовка к исследованию. Это машина будет заранее все сделать. Что... Так что вот так вот. Сейчас готовлю все документы потихоньку, чтобы нам ехать. Да, ребятки, сегодня я накрасилась. Сегодня я красивая. У меня пришла уже Катюша со школы, что-то там мерит. Насчет вот этих вот рубашек многие спрашивают. Это у меня у Ванечки рубашки. У меня просто нету дома шифонера, в котором можно плечиками вешать. Поэтому я вот так вот вешаю.
По сути, мне оно не мешает. Да, некрасиво смотрится. А что теперь? Ну ничего, скоро я поставлю шифонер, который можно будет плечики вешать. И все тогда нормально будет. После того, как мы в этой комнате постелим линолеум, конечно же. Так что вот так вот. Сейчас подготовлю все документы на всякий случай. На свидетельство о рождении с собой взять. Паспорт на взять, страховой пенсионный. Маша на страховую. Ой, этот... Страховой полюс надо взять. Наличные сказали брать наличными, но не на карту, чтобы деньги такие были, потому что вдруг там карты не принимают. У кого не спрашивал, никто ничего не знает, как, что, где. Ну ничего, я поеду со знакомыми, они мне все покажут, подскажут, где, что, как. С собой обязательно покушать возьму, потому что Маше с утра нельзя будет кушать, а мы поедем очень рано. И потом, после того, как она там сдаст анализы, чтобы мне ее сразу покормить, чтобы она не была голодная. Обязательно возьмем с собой кушать, что-нибудь приготовлю с вечера. Не знаю только что. Ну, вот, чай какой-нибудь в бутылочку сделаю ей. Может, постряпаю перед этим. Что-то, короче, придумаю. Да, многие вы пишите. Настя, обязательно с собой покушать возьми, чтобы ребенка покормить. Не переживайте за ребенка. Это уж обязательно. В обязательном порядке покушать. Антисептик у меня в бутылочке есть. Обязательно берем. Ну. Вот антисептик у нас. У меня антисептик большая бутылка. Я всегда с собой набираю пузыречек. У меня всегда он с собой есть. Насчет этого салфетки влажные. Я, по сути, уже все приготовила, чтобы ехать с Машей. Маски положила в пакетик стерильные. Перчатки вот только еще не купила. Точно надо перчатки, потому что сказали, в больницу обязательно перчатки одевать. Даже ребенку. А на ребенку где маленький купить, я даже не знаю. Ну, что-то подумаю, зайду в это хирургически. Они же тоненькие, по сути, они маленькие, они не налезут. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот был влог. Надеюсь, вам сегодняшний влог понравится тоже. Буду я дальше готовить все. И завтра у нас в школе Масленица. Учителя написали привезти Оксане. Вот Оксана хочет съездить на Масленицу. Вот сказали к 11 часам. Вот поеду к 11 часам с Оксаной на Масленицу. Не знаю, что скажут. Поедем, попразднуют. Снимать буду, не буду. Там посмотрим уже по мере обстоятельств. А так... Катя пришла со школы, довольно счастливая. Что-то такая веселая сегодня она. Сегодня у меня муж готовит, готовит он. Сегодня у меня борщ. Я сегодня от готовки отдыхаю один день. Света вечером придет. Хотела она пожарить блинчики. И вот я и тесто наведу, а она будет жарить блинчики. Все-таки нашла куртку. Катя, в ней еще холодно ходить в тоненькой. Она хочет одно, что тоненькую куртку одеть. Кать, она тоненькая. Она тоненькая. Это осенняя куртка. Весна, осень. А еще, Катя, у нас морозы. Вот как ей объяснить, что еще рано ходить в тонких куртках, особенно у нас здесь. У нас тут такие морозы по утрам, что мама, не горюй. Ладно, дорогие друзья, всем желаю всего самого хорошего. Оставайтесь с нами. Если можете, подпишитесь обязательно на те два канала, которые я вам позже видео оставлю, покажу. Заранее всем благодарю и всем говорю пока-пока.